вот это самое злосчастное письмо. Вот, верну и обратно. Смотрите, я не буду все цитировать. Почему? Я снял отдельный фильм. Кто хочет, это увидел уже. Он у меня есть на этом, на Ютубе. Я сейчас о другом. Значит, в частности было написано. Почему? Я хочу упредить. У меня таких случаев было не больше 3-4 за мою жизнь. Я разослал сотни дисков. Трех-четырех случаев меня обиделись, что не открывается. Так. И в одном-двух случаях вернули. А здесь и 4 вернули. И сказали, 2 не открывается. Ну хорошо. А остальные 2. Видите, книга, вот семинар. Вот. Причем уникальный семинар в Москве. Пусть Ребрик подтвердит, он участник этого семинара. 3 дня это я рассказывал все. И вот получается, 2 забраковало. Допустим, вот те случаи меня научили, я уже так, в отчаянии. Но звоню или в ответ звоню, мне не вернули, нет, а просто обидели, что не открывается. Я беру и... У меня был перед этим компьютер, это пришлось еще не купить, а тот был, ну, мягко говоря, постарше. И вот, и я когда включал книгу Железова, я ждал обычно минуты 2, пока включится та книга. Это вот у меня включается, ну, тоже не быстро, секунд 20 жду, и тогда текст включается, так. А там было минуты 2, а вы что думаете, вот, каждый мог себе позволить столько ждать, а брак Железова это прислал, и все, и выключил. Вот. Тогда я еще, а остальные, ну, человек пишет, не открывается, идите к соседу. У меня соседа нет компьютера. Ну хорошо, идите к соседке. Проверьте там, возвращается, пишет мне или звонит. Все нормально открылось, извините, вот, там у меня не та программа. И вот так вот, но я согласен, 2 вернула. Допустим, она не открылась, допустим, на искренне верит, но я-то проверил, они исправны. Мне все вот так приходится, знаете, то вдруг я подменил. Вот так приходится, всерьез. Потому что я стану каждый день краситься Богу, чтобы потом получить, уже получал. И вот получается, вот, даже по пустякам получаю, поэтому я на особом этом. В учете. И вот получается, что 2 у нее открылось она. Ну отдай ты, ну не нужна тебе. Вернула, а может быть копию сняла. Ну тогда это хитро, чтобы мне настроение испортить. Давай ты копию сняла. Скорее всего, посмотрела и решила, это для меня сложно. Прошу прощения, а вдруг по делу. Железо на проводе. Бесценный материал. Его, если человек ходит в клуб садоводов, как делали? Можно было с одного диска сделать 20 дисков. Диск этот, баланка, 20 рублей стоит. Я по 20 рублей покупаю. Представляете, какое богатство можно было бы. Можно было просто подарить тому хорошему человеку. Вот это самое. Плюньте вот вокруг 5 человек. И обязательно попадете в садовода. Из 5 один точно будет садоводом. Конечно, уже не как раньше. 5 из 5. Вот. Ну, а здесь дальше получилось. Смотрите. Я хочу, чтобы она меня поняла и другие. Да, я перестарался. Мне надо было избавиться вот от этого. В каком смысле избавиться? Выбрасывать не могу. Продать столько не могу. Вы заметили, что я в каждую посылку сую лишнее, лишнее, лишнее. Это когда человек что мне сделал? Прислал деньги и написал. На ваше усмотрение. Когда на мое усмотрение вот это все. Великолепное, бесценное вещи. И вдруг Фаина возвращает. Представляете? Венгерку розовую. Это единственное на планете дерево. Вот как жалко, что она это. Самое. Больше никогда, наверное, не увидит, не услышит. Я уже понял. В принципе, эта технология не нужна. Наука это не нужна. Почему? Она теперь все знает. Ниже будет об этом. Смотрите. Значит, венгерка сорочинская. Ну, я с Украины ее привез. Вы понимаете? С Украины. Ну, она же не поедет на Украину. И вы не поедете на Украину. Оттуда шанса вернуться нет. Попасть сюда трудно, оттуда уже точно не вернется. Но это же чудо. 40 венгерок сорочинских. А если бы 20 бы пошло? Да куда они денутся? 30 должно пройти, 35. Это какой сад? Это невероятно. Что она натворила? Китайки. Китайки слаще венгерок. Пусть они меньше.
Их и плевать не надо. Вот, кстати, венгерки сохраняют. Но пусть будет не 50, помните, я показывал вам по фотографии. Пусть будет 30-40, вам что? Это самое. Вот. Слева уссурийская, как-то язык, честно, не дает рассказать на эту тему. Ну, ладно, потом. Вот. Слева уссурийская, а вы знаете, что она у меня кончилась? Нет, и больше уссурийской головки. Вот как 25 штук она вернула обратно, так они и лежат. Я их быстренько зацертифицировал, а вот еще кто-то купит. Вот. Красно-синий китаек. Это лучший в мире подвойный материал для вот этих слив, для самых. Лучший. А я же отбирал. У меня было 40, не сортов, нет. Но у меня было 40 сортообразцов слив. Я жадно, я хапал. К любому приезжал, а у него лезут то ли сеянцы, то ли отводки. Не выбирая. 40. И я выбирал, на какой лучше прививается, чтобы 100%. И вот они, 30 штук мне возвращают красно-синий. Ну, 20 взяла, ладно. Ведь богатство, ну, я понял, я, может, я не понял, когда человек присылает много денег, может, она 5 тысяч прислала, может, я не стал поднимать в архиве, чтобы не портить себе настроение. Я только одно запомнил, на мое усмотрение. И что получилось? Вот, персик можно на волосы вишню, пожалуйста, вернула. Так, нет? Вот. Ну, и так далее, и так далее. И, наконец, она же как, вот тут она, говорит, а у меня этих сибирок в лесу. У нее в лесу сибирок много. Но где же у нее, но не у нее, знаете, чего нет? Я всем говорю, это учеба, ребята. У нее нет 37 лет, чтобы теперь, когда я прививаю, на, я выслал ранетку, это лучше себе, это, одичавшая ранетка, это та же акультурная сибирка. Хочу так назову, хочу так, одичавшая ранетка. Вот, и она, не понимая этого, не позвонила мне, не спросив. Ведь дальше ей стоит теперь на нее, не только уже мои, конечно, потому что в моих этих самых сибирках, ранетках, сибирках, оккультурных ранетках, одичавших, просто ранетках, желтых ранетках, бордовых ранетках, в них везде теперь есть гены культурных сортов. Я с 37 лет этим занимался. Вы видели, что это такое? Видели? Вот сейчас вам в галерее. Я вот никак не... все яблони вот так. Ну тогда инфаркт гарантирован. Если я возьму сотню фотографий разных годов с яблоками. Вот с этими. Они уже привычны. Это как родственники. А вы пойдете в лесу, выкопаете, привьете, она мертвая. Вторая мертвая, третья мертвая. Посоветовались бы. Я не собирался вас подставлять. Понимаете? Пленку вернула, почему? Ну, наверное, я имел в виду, что, может быть, развернется это. Ну, когда столько денег, что это уже речь идет не о 10 с этих. В идеале это будет уже не 10 деревьев, а 50, 100, 200. Посчитайте, вот они цифры. 50, 30, 40, 30, 25. Вот. Начиная с королевского, вот, с академика. Представляете? Которые не замерзают, у вас тем более не замерзнут. И вот это все, пользуйтесь, пленку возвращаю. Значит, ошибся, извините. Я-то думал, первый этап, сейчас все это, а потом у меня черенки. Вот, и я не жадный, тем более это, если вы столько мне уже денег выслали. Вот так вот. Но это еще не все. Посмотрите. Вот. И в фильме подробно, но здесь мне 62. Не возраст для закладки питомника. Да не закладывайте вы питомник. Другое дело, что я же как хотел. Я хотел, чтобы жадность победила. И представляем, что у вас культурных зашло сотня. Да продайте и этих сам. Про манжурцы отдельный разговор. Продайте их потом. Вдруг это некоторые как бы... Некоторые так и становились профессионалами. Продал, понравилось. Вот так же. А еще что? Друзей нету. Да вы любого врага продайте ему саженец академика или королевского, даже не привитого. Он, этот враг будет вашим лучшим другом. Вспомнит, что когда-то у вас деньги занимал, вернет. Мне нужен сад плодоносящий. Вот, может быть, кроме вот этих самых, диких этих самых. Вот китайские сливы, сливы венгерки, эти самые абрикосы, вишни. Это все культурное. Пусть будет скромнее, соки, компоты, варенье. Часть можно будет кушать, часть будет с кислинкой. Ничего.
Можете и топор взять. Вот зачем вам сотни? А тут я вам доверилась, информацию не даете, белье получите. А, пару статей посмотрели, или там пару фильмов. Вот. Вот вроде этого. Перелопатив, вот она, момент истины. Перелопатив кучу информации в Винете, поняла. Поняли, почему так получилось? Короче, ее мозги запудрили ей. Вот они, 30% дикарей, вот, то есть культурных, вот, съедобных. А у нее нет эксперимента по возрасту. Ну, мне нужен саженец. Но я же ни в чем не виноват перед вами-то. Было бы написано саженцы. Вот. Вам бы выслал Сергея, я бы переадресовал к нему. Часть посадила, большую часть удачи. Пользуйтесь. Полуправда приравнивается ко лжи. Я не нашел, я готовился к этому разговору. Представляете? Жалею встречи с вами. Ну, получив такое количество. Я понял, растерялась. Я понял, что в какой-то момент она подумала, что я натворила, ведь это же профессиональная работа. Да, не для нее. Ну, кто ж просил-то? Ну, можно было тут в 5 раз меньше заказать. И я бы не обиделся. Посмотрите, какие цифры. Тут сотни, сотни, сотни. А теперь смотрите дальше. Еще раз показываю фотографию. Знаете почему? Потому что я на днях застрелил последнюю банку. Скажите, где все остальное? У вас. Причем 70 или 80% просто вам подарено. Вот этот человек мне вернул обратно. Но вернул как дикари. Знаете почему? Здесь есть слово дикари. Дикари. Смотрите. Так. А, почему подвой только слева? Значит, это значит, что вы говорили, что у вас близко к грунтоводу. Ладно. Слушайте дальше. Сами же дичок абрикоса шлете. Вот это она в Винете вычитала. А сейчас я скажу, кому обязана, не только им. Вначале хорошим. Как бы сделать, я в тупике. Или ей взять и раскрыть ее фамилию, там, чтобы передали, или это, позвонить ей. Но дело в том, что она просто меня пошлет и до конца добьет. Вот. Я тогда думаю, может быть, кто-то передаст. Я даже сказал где-то. Вот. Ну-ка, примерно скажу. Ой, нет, уже нет, найду. Неудобно адрес, я говорю. А мне так хочется, чтобы она услышала. Или это в фильме, или это. Надежда Владимировна, Челябинская область, Катав, Ивановский район, Юрюзань. Дальше не говорю. Так, значит. Здравствуйте, Олег Константинович. А насчет того, что дикарей я выслал. Вот они, дикари, видели? Ага. Сегодня общался с Ваулиным. Тот самый ученый, тоже из этого, с Челябинска, который у меня выписал сеянцы. У нас сейчас морозно, 38, тревожно за сад. Александр Юрьевич сказал, что не переживай только за ваши абрикосы. Плоды у них по-прежнему вкусные, генеративные почки выдержали прошлые годы, минус 38. Это уже мировой рекорд, потому что это данные от ученого. Подношение в среднем 40 килограмм. Знаете, на какой год? На четвертый. Как вам? На четвертый год плодоношения. Цветки выдержали возвратные заморозки минус 7. А в его научном труде написано минус 8. Сеянцы ни разу не поливались. Вот вам 60, сколько вы написали? 2 года, да? Вот. Это не возраст. Для питомника, да. Но отдыхать в саду-то можно было. Смотрите. Не поливались, не обрабатывались, только пропалывались. Вот я бы еще не стал пропалывать. Может, он пропалывал, пока маленькие были. С травой боролся. Защита их полоснес, местность открытая. Вот как бы, чтобы она, может быть, все-таки локти кусала. Я бы ей еще вот эти дикие самые. Я бы их второй раз бы выслал. Она мне вернула, я их опять сразу, это еще не поздно, в сырой песок и холодильник. Где-то более северные края попозже можно отправить. Так. И так далее. Вот. Передает вам большой привет, благодарен за труд. Лучше бы упомянул в этом, в научных трудах. Ну вот, теперь.